Всем привет! В начале лета отбрашировал дом вот так вот, щетками. У меня есть видео на канале, чем, как и вообще это делал. Кому интересно, могут посмотреть. Вот сейчас заделал швы герметиком и начал финишную отделку. Финишная отделка вот так вот выглядит. Покрывал масло-воском цвет черешня. Вот такой рисунок появился. Прям золотой. Покрывал в один слой. Просто мазал кисточкой, можно сказать, марал. Потом это подсыхало и излишки вытирал тряпкой. И получилось еще немножко полировка такая легкая. Шелковисто-матовая, можно сказать. И вот такой вот эффект окончательный. В общем, отчет о проделанной работе. Издалека немножко, конечно, дом темноват смотрится. Соседи сказали, что-то темненький. Ну, жена на это им ответила, ничего, привыкните. Поэтому, если кому-то тоже кажется, что темный, ответ вы знаете мой. Но это самый выигрышный цвет, наверное, для броширования. Ну, возможно, еще и посветлеет. Прям шикарный получился цвет. Вторым слоем покрывать не буду. Может быть, на следующий год это сделаю. А может и не буду совсем. Оставлю остатки на подновление сруба. Две стены уже покрасил, вот осталась еще одна. И там половинка, еще с той стороны. Вот. Как-то так. Кому-то может пригодится. Все на этом. Всем пока. Всем здоровья, успехов.